Всем привет! Сегодня буду готовить мороженое из замороженных фруктов. Вот в такой новой штучке, которая является мороженницей для замороженных фруктов. Сейчас я немножко покажу, из чего она состоит. Вот здесь такие ножички, которые перемалывают эти самые мороженые фрукты. И делают нам фруктовое пюре, которое... И есть то самое мороженое, то есть кристаллики льда и замороженные фрукты дают своеобразный фруктовый щербет. Мороженицу приобрела буквально вот на этой неделе, опять же заразившись на форуме данной штукой. Желающих приобрести уже много и купивших ее уже много. Кто-то даже уже пробовал делать с творогом. То есть, вот как бы я тоже планировала сделать из мягкого творога такое своеобразное десерт, мороженое, не знаю даже, как это назвать. Ну, пока только фрукты. Итак, сейчас мы попробуем сначала бананы. Возьмем банан. Вот так она шумит. Вот такое мороженое лезет. Сейчас черника туда пойдет. Вот туда пойдет черника. Сейчас будет черничное мороженое. Сначала банановое, теперь черничное. Ананасиков чуть-чуть добавим. Если сильно мороженая ягода, то она иногда выбегает целиком. Поэтому вот мелкую ягоду чуть-чуть лучше подтаить. Ой, как много! Из этого можно сформировать шарики потом для красоты. О, сколько много! Сейчас. О, сколько целая миска. Много. Сейчас остатки черники мы сюда. И ананас. В инструкции написано, что 2 минуты машинка должна работать, минуту отдыхать. Видимо, чтобы она не перегрелась. Так, 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 так. Все, теперь мы сделаем такое, как бы красивые шарики сделаем. Это у нас бананово-черничное, оно такое получится. Вот так вот. Большое желание облизать ложку. Ну, типа красиво, да? Ой, вкусно. Вообще. Вкуснятинка. Угощайтесь. Без сахара. Натуральное мороженое из фруктов.
Здесь у меня банан, черника. А здесь у нас черника. Вкусно. Вот банан с черникой лучше, кстати, сочетается. Делала вишню еще. Тоже очень вкусно. Всем приятного аппетита. До новых встреч. Пока-пока.